Большая вода пришла в 28 населенных пунктов. Повреждения получили около 2000 домов. Пострадали более 5500 человек. Губернатор Краснодарского края сегодня приехал в Туапсе. Там он провел экстренное совещание. Вениамин Кондратьев дал поручение максимально быстро оценить ущерб и приступить к выплатам всем, кто пострадал от наводнения. Правовая база должна быть полностью готова на возмещение ущерба, частичного, полного. И если будет утрата жилья, то есть мы должны здесь ни в коем случае не догонять ситуацию, не дожидаться возмущения людей, а работать на опережение. Еще раз подчеркиваю, правовая база в течение суток должна быть готова. По компенсациям, то есть я поручаю заместителю губернатора Галас Игорь Петрович, то есть предусмотреть уже сегодня, зарезервировать средства в размере предварительного ущерба 1 миллиард рублей в краевом бюджете для того, чтобы мы могли своевременно произвести компенсацию тем, кто пострадал от чрезвычайной ситуации. Кроме этого, глава региона потребовал подготовить дополнительные эвакуационные пункты на случай, если вновь понадобится вывозить людей с подтопленных территорий. Синоптики передают неутешительный прогноз. До конца этих суток на территории Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи дожди продолжатся, а потом грозовой фронт направится на Мостовский и Отрадненский районы.